Долгожданное событие произошло в городе в прошлую пятницу, 1 ноября. Этим же вечером актюбинские водители один за другим направились в сторону нового путепровода, дабы проверить, насколько грамотно отработали алматинские строители. И если для тех, кто очень детально и подробно изучил обновленную схему движения в интернете или местных газетах, поездка выдалась вполне благополучной и результативной, то другие путались в направлениях и нервничали. По избежанию непредвиденных ситуаций на дорогах, полицейские сегодня вновь рассказали горожанам о произошедших изменениях. Во избежание дорожно-транспортных происшествий при спуске с нового путепровода организовано одностороннее движение от улицы Акимжанова в сторону улицы Ширниаза по улице Асаубарах. Также транспортные средства, которые двигаются с путепровода, могут направляться в прямом направлении в сторону Кунаева, в сторону проспекта Нокина. Кроме этого, с правым поворотом по одностороннему движению по улице Асаубарах. Также транспортные средства, которые двигаются со стороны улицы Кунаева в сторону улицы Акимжанова, могут направляться в прямом направлении в сторону путепровода, также с правым поворотом по улице Асаубарах в сторону улицы Смагулова. Ну а перекресток в районе улицы Азнаурес выглядит вполне прилично. Если на выходных из-за отсутствия светофоров здесь царил полный хаос, то сегодня утром автомобили двигаются ровными рядами, строго соблюдая правила. По информации Айдоса Кулжанова, с вводом в эксплуатацию нового моста в разных частях Актобе от 11 микрорайона до Курмыша установлено 4 светофора и около 150 дорожных знаков. Вместе с тем кардинальные изменения претерпела и ранее односторонняя улица Жанкужа-Батыра. Для равномерного распределения транспортных потоков организовано двухстороннее движение по улице Жанкужа-Батыра на участке от улицы Асаубарах до улицы Уалиханова. Необходимость была для разгрузки транспортных потоков, которые двигаются в старую часть города, в сторону центрального колхозного рынка. Насколько данные изменения облегчат работу дорполовцев и придутся по душе горожанам, покажет время. А пока актюбинские водители готовы приспособиться ко всему, что приносит реальную пользу народу. Полезен то, что разгрузится этот район. Вот единственное, что вот эта вот дорога опять, школа рядом, и все время забита, не проедешь никогда. Вечером забирать внучку, и тут страшно, что творится. Ну, нравится, конечно, на середину Курмыша сразу заезжаешь. Там хорошо, удобно. Хороший мост. Хоть эти дороги разгрузились, нормально все стало. Движение как вообще урегулировано, как считается? Ну, вот единственная этот старая часть города, она не так уж. Там все равно пробки. Многое поменялось. Там сейчас Асаубарах вообще в другую сторону идет. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».